Okay. С вами лучшие моменты Покер Старс. Мы переносимся прямиком на турнир хайроллеров EPT Барселоны, в котором состоялась интересная раздача между Артемом Литвиновым и Талалом Шакирчи. И Артем, похоже, столкнулся с непростым решением и избирает достаточно интересный метод принятия покерного решения. Да, Артем ищет монетку и с помощью подброса монетки будет принимать решение. Жаль, мы не знаем, что значит что значит орел, что значит решка. И что будет, если монета подвиснет в воздухе или станет на ребро? Читает молитву какую-то Артем, подбрасывает и... И монета подсказывает ему сделать пас. Да. Пара шестерок была. Следующая раздача. Эрик Сейдел поставил all-in. И Артема очередное непростое решение. Снова намерен он прибегнуть к монеточной магии. Читает внутреннюю мантру. И сейчас будет делать решающий бросок. Нравится это шоу Эрику Сайделу. На сей раз решает колировать, определяет монета, что нужно делать кол, показывает туз 9, Артем Литвинов, и посмотрим. Да, и флоп не на стороне Литвинова, но терн дает шансы, а на ривере приходит девятка. И монета не сработала и сразу отправляется на мусор. Куда-то в зал выбрасывает одну монету. Через левое Артём... плечо и вторую через правое плечо. Артем выбрасывает монеты. Казалось бы, метод не сработал и не оправдал себя. Но вот на ТВ-столе еще одна раздача против Сахамиса. Тот двигает all-in с король-дам одномастными. У Литвинова туз-валет разномастные. И затянул время снова Артем. Турнирный менеджер говорит, что осталась одна минута для принятия решения. А вот монеток-то больше нет, все выбрасывал. Что же делать? Предупредите меня, когда останется 30 секунд. Просит Артем и отправляется в зрительный зал выпрашивать монетку. Whatever, I'm a good player. Yeah, it's okay. No, just joking. He's really not supposed to be talking to anyone on the rail, but I think he's actually just looking for a coin. Пока мы ждем, пока кто-то из зрителей поможет Артему, он вот конец, наконец дают ему монетку, и долгожданный момент. I hope you call, but I want to know which one is which one. Я хочу знать, что вообще означать будет орел или решка, если они выпадут. Но игнорирует эту просьбу Артем и снова читает мантру. Вот он бросок. Ой, упс. Шесть, пять, четыре, три, два, один. И это автопас. Монетка сказала, что ты выиграл, объявляет Артем. Да уж. Повеселил Артем нас сегодня. А сейчас мы узнаем, что, как сам Артем прокомментировал эту игру с монетками. Ну, монетка это скорее больше для соперников такое шоу. Когда монетку я кидаю, конечно, решение у меня уже принято, что делать. Вот такое вот неожиданное признание. Подписывайтесь на наш канал, дорогие друзья, ставьте лайки, следите за новыми выпусками и удачи вам за покерными столами.